Спасибо вам огромное за вашу работу. Удачи и только вперед. Пятый раз мы проводим этот конкурс. Конкурс творческий, и отрадно то, что поступают красивые, хорошие творческие работы, которые показывают то, что сегодня делает милиция. Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые приняли участие и делают все, чтобы пропагандировать и показывать работу современного милиционера в нынешних условиях. Огромное спасибо Министерству внутренних дел за такого рода конкурсы. Для нас, участников, очень важно в очередной раз показать свой профессионализм и именно его творческую составляющую. Большое человеческое спасибо за ваш труд, за вашу харизму, за ваш креатив. И самое главное, за умение показать нашу службу действительно такой, какая она есть. В своей работе я хотел именно показать вот эту специфику деятельности саперно-пиротехнического подразделения внутренних войск, их сложнейшие задачи, которые выполняются и в настоящее время для обеспечения мирной жизни наших граждан.